Здравствуйте! Вы смотрите те еще новости на Медиаинформ. Спецвыпуск ко дню рождения нашего любимого города. Одесса отмечает 224-й день рождения. По уже сложившейся традиции старт праздничным мероприятиям был дан возложением цветов к памятникам основателям города и, конечно же, торжественного поднятия флага на Думской площади. Почетные граждане Одессы традиционно ранним утром объезжают памятники основателей города. Без лишнего шума и помпезности цветы легли к ногам Иосифа Дерибаса, Григория Морозле, атамана Головатова, графа Воронцова, Екатерины II и дюка де Ришелье. Именно на этих людей равнялись многие руководители города. И их ставят в пример до сих пор. То, что делается в Одессе за последнее время, это тоже очень показательно. Перестраиваются дома, вот, улицы наши, трамвайные пути и так далее. Поэтому я горжусь тем, что я и родился в Одессе, и живу в этом городе. Чуть позже на Думской площади собрались одесситы, гости города на торжественную церемонию поднятия главного символа Одессы – флага. Конечно же, звучали поздравления с днем рождения Одессы-мамы. Одесса – единственный город в мире, после названия которого мы произносим самое нежное, самое доброе слово – «мама». Одесса – многонациональный город. Одесса является примером толерантности и взаимопонимания. И мы этим гордимся. О многонациональности нашего города говорят часто. И есть среди людей скептики, которые уверены, что это лишь слова. Но после того, как поздравить одесситов приехали представители 40 дипломатических миссий, они определенно изменят свое мнение. Сначала зазвучал гимн Украины, а затем караул торжественно поднял над площадью флаг под известную всем мелодию «Запереты белая акация». Уже традиционно в День города пополняется и список почетных граждан Одессы. На этот раз ими стали лидер армянской общины Самвел Тигранян и Леонид Крючков. Эти люди уже много лет стараются на благо нашего города. Кроме этого, отдельного внимания удостоились и те, кто ежедневно прикладывает все усилия для развития Одессы, причем абсолютно безвозмездно – меценаты. Так, представителя греческой общины, бизнесмена Пантелеймона Бумбураса, наградили орденом Морозли второй степени. Но на этом приятные подарки не закончились. Не забыла Одесса в свой день рождения и о тех, кому приходится по жизни непросто. 17 детей-сирот получили от мэра сертификаты на квартиры. Для многих это стало приятным сюрпризом. Я не ожидала, правда, этого. Это для меня как праздник, это не было. Было неожиданно. Мне позвонила сестра и позвонили люди с детей по службе детей. И я была просто очень дико рада. Одесса снова доказала, что даже в свой день рождения она не забывает заботиться о других и преподносит им подарки. Один из самых желанных подарков для женщины на день рождения – красивые и неповторимые украшения. И к своему празднику Одесса получила неповторимый подарок – греческий парк, который пришелся ей очень к лицу, о чем свидетельствуют многочисленные комплименты жителей и гостей города. Греческий парк в Одессе ждали с нетерпением, ведь открытый в прошлом году Стамбульский вмиг стал чуть ли не главной туристической достопримечательностью города. Так что на презентацию, пусть пока только арт-зоны, изъявило желание прийти немало гостей, среди которых, конечно же, и греческие друзья, которые и помогли создать и облагородить еще одну зеленую зону в центре города, вложив в нее собственные деньги. Я благодарю правительство страны за то, что оно защищает нас, дарит мир и дает возможность создавать подобные проекты. Также здесь есть огромная заслуга мэра города Геннадия Труханова, ведь с его приходом взаимоотношения Одессы и греческого города побратима перестали быть формальностью. Я очень рад, что открытие происходит именно сегодня. И очень горд тем, что руководил процессом создания этого прекрасного парка мой сын. Одной из главных достопримечательностей презентованной арт-зоны стал фонтан, который в жизни выглядит намного лучше своего цифрового прототипа. По убеждению мэра города Геннадия Труханова, он непременно попадет в списки мест, куда будут водить туристов со всего мира. В целом же чиновник уверен, что открытие парка – это не только великолепный подарок ко дню рождения города, но и признак хорошо налаженных дипломатических отношений. Когда выделяют свои личные деньги, причем это парк для общественного пользования,
Это не какой-то объект недвижимости, который в перспективе будет использоваться как коммерческий. Это все сделано для людей, с любовью для людей. Это говорит о большом сердце, о любви действительно неподдельной, любви подтвержденной поступками. Самый тут ключевая штука Одессы. Ключевая атмосфера Одессы. Но традиционно главными критиками выступают жители города, которые после официальной части и народных танцев на сцене прошлись по только что открывшейся зоне. И в целом все остались довольны, а в нашем городе это уже похвала. То, что было когда-то здесь, я помню этот парк раньше, то это, конечно, как говорят, в Одессе две большие разницы. Мне нравится. С ребенком гуляем красиво, фонтан понравился, очень хорошо. Детям понравилось, детям нравится, весело. Вот, посидеть, много скамеечек, детям весело в фонтане купаться. Настроение поднялось, аж когда увидел его. Однозначно в Одессе появилась еще одна достопримечательность. И хотелось бы верить, что жители и гости города оценят ее по достоинству и не станут разрушать своими же руками. А первый тест зона пройдет именно сегодня, после финального гала-концерта. Во время вечерней прогулки по Ланжероновской, чтобы увидеть звезды, не обязательно поднимать глаза вверх, а достаточно посмотреть под ноги, и вы увидите гораздо больше. Одесская аллея звезд стала неотъемлемой частью города, и по традиции в день рождения нашего города на ней появляются новые имена. Уже четвертый год подряд, 2 сентября, на Аллее звезд открывают новые имена людей, которые значат для Одессы невероятно много. И так как традиция молодая, а за историю Одессы достойных кандидатов набралось очень много, было принято решение сделать одним из условий отбора наличие юбилея в год открытия. На этот раз юные балерины поочередно поднимали корзины с цветами, под которыми скрывались еще 7 звезд. Юрия Кузнецова, Валентина Хруща, Юрия Дмитренко, Веры Холодной, Давида Ойстраха, Антонина Нежданова и Василий Василько. На церемонии присутствовал мэр Одессы Геннадий Труханов, родственники звезд и почетные гости. Как было отмечено, это далеко не единственное наследие, которое осталось одесситам. Самая главная память будет жить в фестивале, в тех мальчиках, девочках, которые будут играть джаз и будут нести миру эту культуру, и одесситы будут славить, как многие ученики, они живут в разных странах. Сьогодні відбулася знакова подія. Вірі Холодній цього року виповнилося 125 років від дня народження. Це велика українка, яка знімалася і жила в Одесі, і дякувати Богові. І на сьогодні на цій алеї з'явилася пам'ятна зірка. Хоть в этом году и был установлен своеобразный рекорд по количеству открытых звезд, это не значит, что аллея не будет расширяться. Ведь количество талантливых людей, которые тесно связаны с нашим городом, еще очень велико. Я очень рад этой инициативе. И я думаю, что столько знаменитых и талантливых людей жило, живет, и я уверен, будет жить в нашем городе, что этой дороги нам не хватит точно. Нам не хватит целого центра. И в этом есть прелесть нашей Одессы. Потому что наш воздух, наш оптимизм, он рождает особых людей. Веселых, очень предприимчивых и, самое главное, безмерно талантливых. Чьи именно появятся здесь через год, пока неизвестно. Но то, что полюбившаяся традиция будет продолжена, сомнений ни у кого нет. Министр иностранных дел Павел Климкин пожаловал в Одессу, чтобы поздравить ее с днем рождения. Но его распорядок дня расписан буквально по минутам. Он успел принять участие в креативном хабе, пообщаться с Александром Ройтбурдом и многими другими. Да и вообще, если верить словам политика, у него на Одессу большие планы. Тут будет форум, посвященный самой черноморской безопасности. Вот где, как не тут, не в Одессе, зробити саме такий форум. Одеса має стати унікальним хабом дуже креативних людей, у яких є серце. І от в тому, хоч і не одесіт, але відчуваю себе сьогодні, хоч на половинку одеситом, буду допомагати. Для всех без исключения первоклассников 1 сентября – это поход в абсолютно незнакомое место. Правда, внешний вид сразу нескольких учебных заведений в этом году удивил и тех,
кому здесь бывать пришлось не впервые. В одной из школ, которая достаточно сильно изменилась в лучшую сторону, общеобразовательную школу номер 125 приехал мэр, чтобы лично поздравить с началом учебного года. Первый звонок звучит для учеников микрорайона Кривой Балки. В 125-й школе официально начинается учебный год. На линейку пришли почти все ученики, чтобы увидеть свою обновленную альма-матер. Ведь за лето учреждение полностью преобразилось. В нем провели капитальный ремонт, в котором школа нуждалась уже очень давно. Поднимался даже вопрос о ее закрытии. Но все же компромисс был найден. В здании заменили буквально все. Коммуникации, кровлю, полы, окна и фасад. Не забыли и про классы, столовую, спортзал, в котором окна были забиты клеенкой, чтобы хоть как-то сохранять тепло. Поменяли полностью все, только лишь в спортзале не поменяли тот паркет, который существовал, который в самом деле был хороший. Был когда-то бассейн. Бассейн, конечно, не удался здесь, то есть чаша текла, ее восстановить было невозможно. Теперь у нас появится еще один второй спортзал. Особое внимание уделили вопросу пожарной безопасности. В каждом классе и коридоре установили современную противопожарную систему. Что же касается прилегающей территории, то здесь все тоже на высшем уровне. Новый асфальт, на стадионе проведено освещение, установлено ограждение. Кроме этого, к новому учебному году решили оптимизировать пространство. В результате одно крыло школы освободилось, и там сделали детский сад на 90 мест, 70 из которых уже заняты. В ближайшей декаде сентября все путевки будут розданы. Удивление у людей, местных жителей, было его не передать, надо это просто послушать, когда на протяжении 2-3 лет люди стояли, ходили, писали заявления, и тут в один прекрасный день раздался звонок и говорят: приходите, оформляйте путевку в детский сад. Это, конечно, было что-то, знаете, как гром среди ясного неба. Проект обошелся городскому бюджету в 40 миллионов гривен. Часть денег пошла на обустройство класса для новой украинской школы. Ведь первоклашки будут учиться, исходя из новых стандартов. Учителя не меньше детей радуются современным одноместным партам. Они очень удобны, функциональны. Мы сможем их переставлять так, как нам надо будет в дальнейшем работе. У нас класс зонирован согласно зонам, которые нам рекомендовали, мы в дальнейшем будем использовать. Самые маленькие ученики с радостью принялись тестировать новые парты. Многим из них приглянулась расцветка. А ведь это и формирует положительные эмоции. Первоклашки с нетерпением ждут свой первый урок. Признаются, им понравилась обновленная школа. Что, конечно, не может не радовать, ведь она станет для них вторым домом на ближайшие 12 лет. Мне нравятся очень эти новые парты. Я даже не знал, что их поменяли. И я еще не знал, что тут, сделали новые коридоры. Первый день в школе больше был ознакомительным, но уже с понедельника ребята вновь сядут за парты, чтобы погрузиться в мир знаний. Первые звонки были даны не только в городе, но и в области. В селе Фонтанка свой путь в школьную жизнь начали 120 первоклассников. И у каждого из них в глазах разные эмоции – от недоверчивого смущения до восторга и предвкушения новых знаний. Лето позади, а значит, пришло время школьникам садиться за парты и пополнять свои знания новыми открытиями. Так что снова рюкзаки, заполненные книгами, интересные уроки и встречи с друзьями. Для каждого ребенка День знаний – это долгожданный праздник, который приносит в жизнь кардинальные изменения. Но для первоклашек звонок, который прозвучит сегодня, останется надолго в памяти, ведь он будет дан в их честь. В цьому році, порівняно з останніми роками, прийшло дітей більше, звичайно, і з кожним роком їх стає все більше. Тому що наша Фонтанка зростає, вона розбудовується, люди приїздять, знаходять робочі місця, і ми з радістю теж відкриваємо двері класів для таких маленьких юних школярів. Фонтанка, Крижановка і Чорноморська. Іменно в цих школах сьогодні реалізовується проєкт «YouFuture», благодаря которому школьники можуть отримати дійсно європейське образування. Програма предусматриває для лучших учнів не тільки доповнительне навчання з репетитором, але й стипендію в вищих учебних заведеннях. Уже зараз 12 випускників минулого року, поступивших в вузи, ежемесячно отримують доповнительну стипендію. А після окончання навчання всіх їх трудоустроюють по спеціальності. Ну а для нинішніх випускників предусмотрені підготовительні курси в вибраному ними вузі, що на порядок увеличує шанси поступити іменно в це учебне заведення і на желаємую професію. Саме головне, що цим літом ми дуже добре поработали, і тепер 37 чоловік являються
участниками нашей программы E-Future. Это 12 детей, которые уже поступили в вузы, и мы их будем поддерживать. А также мы набрали 25 новых учеников, которых мы будем поддерживать в школе. У нас есть наша основная программа, наши стипендии, репетиторы, отправка и подготовка детей к студенческой жизни. Мы еще будем собирать всех учеников 11 классов, абсолютно всех, для проведения мастер-классов. Фонтанская школа – одна из лучших в районе, и возможности для учащихся с каждым годом только увеличиваются. А вот для выпускников сегодняшний день одновременно радостный и грустный. Ведь это последний год, который они проведут в стенах родной Альма-Матер. Планы на будущее у каждого уже составлены. Я планирую идти на факультет журналистики, но как-то больше на, ну, осваиваться на фотографию, останавливаться. То есть в журналы фотографии свои отдавать, ну и так далее, фотосессии проводить. Нравится, что я поступила в первый класс. Когда праздник подошел к концу, дети с радостью побежали в школу, ведь впереди первый урок, знакомство с новыми одноклассниками и долгожданная встреча с классной мамой. Большинство первоклассников на праздничную линейку приводят за руки родители. Вот только, к сожалению, не у всех они есть. Но, как говорится, чужих детей не бывает. В Одессе всегда старались помочь тем, кто в этом нуждается. И очередной пример этому подтверждение. К сожалению, качество образования большинства детей-сирот в Украине оставляет желать лучшего в силу многих причин. Довольно часто это связано с тем, что выпускники попросту не могут найти себя в жизни. Конечно же, чтобы изменить ситуацию в целом, нужно серьезно заняться усовершенствованием существующей системы. Но этот процесс займет долгие годы. А тем временем некоторые одесситы помогают более точечно. Нас пригласили повести в первый класс двух деток, у которых нет родителей. И в Одессе нет чужих детей. Все дети – это наши, одесские дети, которые мы любим всем сердцем и душой, и о которых мы должны заботиться. И мы считаем, что в рамках всех тех инноваций, которые происходят в нашем городе и в нашей стране, мы должны все объединяться для того, чтобы делать наших детей счастливыми. И Одесса – это город счастливого детства. Помимо этого, детишек обеспечили всем необходимым, начиная от новеньких школьных рюкзаков и заканчивая канцелярскими принадлежностями на любой вкус. Стоит отметить, что действие происходило в одном из самых престижных учебных заведений города, выпускники которого зачастую продолжают свое обучение за границей и пользуются немалым спросом на рынке труда. У нас в общине есть учебная программа, которая позволяет нашим детям и после школы получать образование в рамках еврейской общины. Эта программа называется «Еврейский университет». И вот в этом году мы можем гордиться тем, что 4 наших выпускника, 11-классника, поступили именно в еврейский университет и там продолжат свое образование. Это не просто школа, а часть учебно-воспитательного комплекса. Так что за новоиспеченными первоклассниками будет должный присмотр. Ну а о качестве образования, которое они получат, волноваться уж точно не приходится. День рождения – это праздник, который всегда проходит шумно и ярко, особенно если это день рождения любимого города. Свой подарок Одессе преподнесли и сотрудники оперного театра. В рамках 4-го фестиваля «Бархатный сезон» в Одесской опере на Театральной площади прошел масштабный опен-эйр. И судя по сотням зрителей возле фонтана, одесситам такой подарок пришелся по душе. Череда концертов в честь дня рождения нашего города началась с одного из самых масштабных мероприятий – балетного опен-эйр на Театральной площади. Действо оперного театра было настолько ярким, что его запомнили даже те, кто просто проходил мимо. Звуки оркестра, мелодичное звучание хора и завораживающие декорации – такое возможно только в Одессе. Культура загалом и мистецтво зараз потребує уваги як ніколи. Тому що вкладання в мистецтво, вкладання в культуру – це найкраща інвестиція в імідж нашого регіону. В рамках перформанса на сцене выступили ведущие украинские и европейские артисты. Зрители имели уникальную возможность насладиться отрывками таких опер, как «Дон Кихот», «Аида», «Орфей и Евредика» и многих других. Для людей разного возраста это великолепная возможность приобщиться к тому искусству, которое, может быть, каждый день не получается прийти в оперный театр. Поэтому театр приходит вот так к людям, выходит на площадь.
Несмотря на то, что концерт был платным, билеты очень быстро раскупили и все места были заняты. Вокруг фонтана столпились сотни зрителей. Кто-то смотрел трансляцию, а кто-то примостился прямо на траве и наслаждался вечером. Мне очень нравится. Мы подходили и сразу... музыка... Настроение сразу вверх. Бархатный сезон в Одесской опере продлится до 9 сентября, но именно Open Air собрал аншлаг. Такой подарок оценили как одесситы, так и гости города. И уже с нетерпением ждут следующих мероприятий. Многие влюбленные, определяясь с датой бракосочетания, руководствуются астрологией, нумерологией или просто выбирают счастливое, по их мнению, число. Пожениться в день рождения любимого города – это красиво и очень трогательно. Ежегодно по традиции в день рождения Одессы мэр поздравляет молодоженов с заключением брака. Павел и Юлия познакомились 2 года назад при содействии общего знакомого. Признаются, понравились друг другу сразу. Был долгий период ухаживаний. Со временем осознали, это судьба. И вот они на пороге ЗАГСа. Наверное, стандартно, мне кажется, так. Когда ты с человеком увидишься, ты сначала ни о чем не думаешь, но потом, к сожалению, исчезает, проявляется новая волна приятных ощущений, то, что человек тебе более приятен, тебе его хочется видеть. Ну и всем любви, ребята. Дату выбирали спонтанно, просто так совпало. Первоначально думали на 10 сентября, но в результате остановили свой выбор на дне города. На торжественную церемонию пожаловали не только друзья и близкие, но и мэр города Геннадий Труханов, что стало приятной неожиданностью для новобрачных. И вот кольца надеты, и регистратор объявляет о создании новой семьи. Я объявляю вас мужем и женой. Поздравьте друг друга первым. Первый совместный документ новобрачным вручает городской голова, что вдвойне приятно. Конечно же, без подарков тоже не обошлось. От мэрии и себя лично Геннадий Труханов вручил молодой паре большой телевизор с пожеланиями долгой и счастливой совместной жизни. Ну и это еще не все. На улице молодоженов ждал еще один сюрприз – музыкальный номер. Такого внимания к себе никто не ожидал. На удивление, в этом году желающих связать себя узами брака было не так много. Но для молодоженов теперь день рождения Одессы стал еще и семейным праздником. А благодаря сюрпризам, еще и памятным вдвойне. Леонид Утесов во сне видел любимый город и даже спел об этом песню. Ну а в ответ Одесса не забывает о нем, как о человеке, прославившем на весь мир нашу жемчужину у моря. Второй памятник легендарному певцу открыли в музее-квартире имени Утесова. Теперь Леонид Осипович предстанет перед одесситами совсем молодым. Утесова 11. В этом скромном дворике всегда многолюдно и не просто так. Ведь именно здесь находится квартира музей имени Леонида Утесова. Свое детство певец провел в этом дворе, и даже после того, как прославился на весь мир, он возвращался в родной город, где все его помнили юным Ленечкой Вайнсбейном. Памятник легендарному одесситу уже много лет стоит в городском саду, и туристы любят с ним фотографироваться. И вот, ко дню рождения музея решили сделать вторую скульптуру молодого Утесова, которую и установили в его родном дворике. И каждую минуту есть люди, которые хотят, помнят, приносят, говорят. Я поздравляю нас всех с тем, что сегодня день рождения нашего любимого дома. На открытии собралось несколько десятков одесситов. Кто-то просто пришел полюбоваться новой скульптурой, а кто-то сравнить, насколько памятник похож на молодого Утесова. На открытии играли одесские мотивы, многие танцевали, а главной гостьей стала племянница певца, которая с Леонидом Осиповичем провела в этом дворе немало времени. Я просто счастлива видеть эти лица наших людей. И счастлива, что наконец-то Ленечка в таком возрасте, в
в своем доме. Голос Утесова знают во всем мире, ведь песни в его исполнении стали визитной карточкой города. Да и фильмы с Леонидом Осиповичем до сих пор пересматривают по несколько раз, как минимум, чтобы подпевать известным одесским мотивам и не унывать в трудную минуту. В 2004 году он снимал фильм «Веселые ребята». Он учил нас позитивно смотреть как бы в любую тяжелую ситуацию, да, вот как-то так находить улыбку, сердце, в общем-то, быть нормальным человеком. Жителям дворика и до открытия памятника не было скучно. В музей ежедневно приходят толпы туристов, но они относятся с пониманием и уважением. И всегда с гордостью говорят, что живут возле квартиры легендарного человека. Ну а у поклонников творчества Утесова теперь будет еще одно место, где можно сфотографироваться с одесским певцом. Вы смотрели те еще новости на Медиаинформ. Телефон нашей редакции 737-70-16. Сообщайте и звоните. Также вы можете посмотреть наши сюжеты и программы на нашей странице в Facebook. Спасибо, что были с нами. С праздником вас! Увидимся!